Эх, прохладный декабрьский вечер, точнее уже ночь, время у нас 1:30 ночи. Иду я на поезд, стартую во Владивосток. Всем привет, кстати. Вы на канале Роман Гоу. Новое приключение начинается. Через 20 минут едем во Владик. Всех, кстати, с наступающим Новым годом. Поезд в Москва-Владивосток 62 стоит на первом пути. Нормально. Первый путь, первый вагон. Это из-за мороза так? Это у нас город Улан-Удэ, минус 15 градусов на улице. Вот такие здесь медведи прикольные сидят. Что хочу сказать по поезду. Вот, сравнивая с другим поездом на Москва-Владивосток, на котором я ездил в прошлый раз. Второй номер, он едет на 12 часов дольше, но намного комфортнее вагоны, с душем, с USB. По-моему, даже потеплее они. Как-то по-своему, короче, современные вагоны. Этот же поезд, он едет быстрее на 12 часов, но старые туалеты грязные. Не дырка, конечно, в вагоне, но старые, короче. Короче, выбирайте, кому что нужно. То есть, кому нужна скорость 62, кому нужен комфорт, это, конечно, второй поезд. Это вообще вне конкуренции вам. Такие уютные деревеньки. Бурятия. Позы, бузы, все дела. Станция Угольная во Владивостоке. Меня здесь где-то должны уже встречать. Вот она, моя новая тачка.